Давайте готовить шоколадно-ореховый пирог к чаю. Вкусный и легкий в приготовлении. Яйца с сахаром взбиваем до светлой и пышной массы, где-то 3-4 минуты. Добавляем кефир, растопленное сливочное масло и растительное масло. Все сухие ингредиенты просеиваем обязательно через сито. И на минимальных оборотах перемешиваем до однородности. Все собираем с краев обязательно. К рубленым орехам добавляем муку и перемешиваем. Это чтобы они у нас не оказались на самом дне пирога. Добавляем тесто и перемешиваем. Переливаем тесто в формы, застеленные пергаментной бумагой. И сверху по желанию можно посыпать миндальными лепестками. Выпекаем разогретое до 150 градусов в духовке. Приблизительно 1 час. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если она выходит сухая, то пирог готов. Даем остыть и пробуем. Он получается мягким, влажным, ну и, конечно же, вкусным. Готовьте только на радость.